В результате очередного удара украинских БПЛА на один из населенных пунктов на северо-западе полуострова погибла девочка-подросток. Об этом ранним утром 20 июля на своих страницах в социальных сетях написал глава Республики Крым Сергей Аксенов. Далее цитата. «Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана вся необходимая поддержка». Также Сергей Аксенов сообщил о материальных потерях в результате этой атаки. Повреждены 4 административных здания. На месте с самого утра работают профильные службы, заверил глава региона.